4-6 прилетов было, но самых громких было 2. Воздушный. Гахнуло вот здесь. Дым пошел вот так вот облаком. Воздушный дым пошел. И посыпались осколки. Потом третий, четвертый, пятый уже осколки сыпались сильно. Увидел шипение и, ну как, по зрению увидел, что вон черная точка на трубе, на газовой. Ну мы здесь не находились. Вот пробило стекло, и он там это. И там в помещении мы уже нашли этот осколок. На улице. Вот оно летело вот. Вот здесь, вот оттуда.